Доброго вам воскресного дня, возлюбленные Господи, братья и сестры. Поздравляю вас с гражданским праздником Нового года. Ну и православный мир сейчас находится в преддверии в ожидании праздника Рождества Христова. И нам, конечно, уместно поговорить о том, зачем Господь пришел на землю. Более другое название этого праздника, более, так сказать, богословское – это день святаго Бога воплощения. Как говорит святой Иоанн в первой главе своего Евангелия, «И слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины». Мы празднуем не просто день рождения человека, а пришествие в мир Бога человека. Когда сам Бог, второе лицо Святой Троицы, становится Бога человеком, соединяет в себе божественное и человеческое естество для того, чтобы, по словам великого учителя церкви, святителя Афанасия Александрийского, человек зашел на небо и стал Богом по благодати. После грехопадения произошла трагедия. Человек, нарушив заповедь Божию, потерял Бога. Оказался оторван от жизни вечной. Род человеческий, подпавший под власть дьявола и греха, утратил ведение не только о Боге, но и о многом другом, в том числе, в первую очередь, о смысле своей жизни. Господь Бог оберегал своим промыслом и заботой людей от стремительного самоуничтожения, но, однако, в этом мире, по сути дела, уже не было смысла. Поэтому необходимо было этот мир возродить. В определенном смысле сатана похитил этот видимый мир у Господа, поработив человека. И это не соответствовало замыслу Божию. И поэтому Господь Бог обещает пришествие Мессии, Спасителя, который вновь даст человеку возможность вернуться в Царство Небесное, и встает вопрос, но зачем же обязательно нужно было самому Богу приходить в этот мир? Что мешало Христу, к примеру, осветить своим словом мертвое море? И сказать, вот пейте от нее все, и будьте иметь себе жизнь. Или сказать, к примеру, вот в этих амбарах зерно, пеките хлеб, ешьте от него, и будете иметь благодать Божию. Нет. Святой Василий Великий говорит, что Бог не спасает человека без самого человека. Дары Божии не могут быть просто поданы. Они должны быть и восприняты самими людьми. После грехопадения между Богом и человеком разверзлось пространство смерти, которое нужно было преодолеть, не просто деколорированием каких-то новых нравственных заповедей или предписаний. Бог входит в наш мир как новый человек, как Бога-человек, для того, чтобы исправить сам корень греха в человеке. Вот в отличие от Адама, Господь подчинил свою волю человеческую волю божественной. И сама чешская прода Христа становится обоженной и преображенной. Проще говоря, вот почему мы обращаем внимание на то, что Господь рождается чудесным образом от Девы, без участия мужа. С одной стороны, Господь сам приходит в мир по великой любви к роду человеческому. Тот же евангелист Иоанн говорит, что ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы каждый верующий у Него не погиб, но имел жизнь вечную. А с другой стороны, Господь сам в себе восстанавливает человеческую природу, поврежденную грехом. Все мы по наследству от Адама и Евы в себе носим вот этот вирус, Обрати внимание, что Господь чудесным образом, рождаясь от девы и Духа Святого, без участия мужа, являясь Бога Человеком, в котором нет никакого греха и порока, потом проносит вот это человеческое свое естество через земную жизнь, через распятие, смерть и воскресение, и через победу над смертью своей Пасхи он побеждает власть смерти и греха над человеком. Более того, затем мы с вами можем принимать эти дары Божии. Как принимать? В таинстве святого причащения. Э -э учителя церкви говорят, что мы причащаемся обоженной и преображенной плоти Христа. То есть той плоти, которая уже он имел после воскресения своего из мертвых. Этим самым становимся сопричастными этому чуду. И при благоговейном отношении к святым дарам, это святое причащение, эти святые дары оживотворяют, очищают и изменяют и наше человеческое вещество. То есть в Христе сломалась смерть. Он нам дает как бы частицы иного бытия. Вот почему, кстати, мы обращаем внимание, насколько важно причащаться. И с другой стороны, здесь мы понимаем, что вот многие там, религиозные исповедания, да, вот, не признающие как таковым причащение, то и по сути дела тогда и Рождество Христово воспринимается по-другому. Оно просто как ну, воспоминание. Когда-то когда родился там, Христос, прошел в мир. Да, и что? Мы говорим, что нет. Господи Бог и сейчас тоже, Он как бы вновь и вновь рождается в наших душах. И мы вновь и вновь присоединяемся к Его и рождению, и Его учению, и Его воскресению через Святое Причащение. Еще перед тем, как наши прародители ставили рай, Господь Бог сказал дьяволу, который скрывался в змеи, проклят ты за то, что это сделал. И затем говорил о том, что между сатаной и людьми будет борьба, в которой люди останутся победителями, а именно семя жены сотрет главу змея. Вот тоже интересный нюанс. Обычно говорится о семени мужчины. А здесь семя жены, женщины. Здесь идет уже, так сказать, отсылка пророчества на будущее чудо благовещения Пресвятой Богородицы, что придет Спаситель мира, который родится от Девы, победит Сатану, спасет людей, хотя сам для этого должен будет пострадать. И эти обетования, обещания Божие, прошествие Спасителя, Люди приняли с верой, с радостью, хранили, и именно это обетовали в Ветхом Завете давало людям утешение. Но человечество надо было еще созреть для принятия Христа. И смысл долготерпения Божия и состоял в том, чтобы люди, с одной стороны, могли совершить следующее, осознать свое бессилие в борьбе с сатаной. Вот во многом, в принципе, весь Ветхий Завет это не просто какие-то новые там, нравственные заповеди, да? А любой человек Ветхого Завета, да и нового, он внимательно ознакомившись с великим учением, великим учением единого Бога, или религии Ветхого Завета, или Новым Заветом, понимает, что в полной мере мы с вами не можем его исполнить. Мы не можем исполнить закон. Нам сил не хватит. И нам нужен Спаситель, нам нужен Мессия. И вот это спасение и осуществляется во Христе. <как> Раньше человеческая мысль, древность, была полна пессимизма. Все скорбели о господстве греха, о бессмысленности жизни человека. Все громче звучала мысль о добродетелях, но, как мы уже сказали, не было сил для осуществления этих намерений. Надо было человеку обратиться к Богу с просьбой о даровании Спасителя и ждать Его прошествия. И здесь есть ряд исторических свидетельств о том, что в разных местах раздавались пророчества прошествия Мессии. Лишь только в Ветхом Завете мы насчитываем около 300 таких пророчеств. Ну и в конце концов, конечно, мир должен был взрастить деву, то есть ту, которая станет способной стать матерью Бога Вышнего. Вот это ответ, почему человечество на протяжении тысячелетий ждало пришествия Мессии, Спасителя мира. Мы сегодня немножко вспомним о тех пророчествах, которые описаны в Ветхом Завете, основных из них, и которые говорят о пришествии в мир Господа нашего Иисуса Христа. Вот одним из таких пророчеств считается обетование, которое Бог дал еще в Ветхом Завете Аврааму, это Бытие, 22 глава, там, где сказано: Благословятся всеми имени Твоим, то есть Авраамовым, все народы земли за то, что ты послушался голоса моего. Вот в этих словах Бога церковь как раз-таки видит указание именно, что из рода Авраамова должен был родиться Мессия Христос, а Авраам родоначальник еврейского народа. В конце книги Бытия есть еще одно прикровенное указание на рождение Христа. Когда перед своей кончиной святой праведный Иаков, внук Авраама, в одном из пророчеств, которые он давал своим сыновьям, их было 12, он говорит так. «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов». То есть уже конкретизируется, что Христос должен родиться не просто из евреев, но именно из колена, из потомков Иуды, ну, которых называют иудеи. Под примирителем здесь как раз таки воспринимается будущий спаситель. И смысл этих пророчеств следующий, что народ избранный будет обладать свободой и государственностью до тех пор, пока в мир не придет Иисус Христос. В дальнейшем же э, за то, что э, не примут иудеи Христа, эта свобода евреев будет утрачена. Целый ряд обетования о рождении Христа мы читаем и в э, пророческих книгах. Э, вот пророк Михей в пятой главе пишет, и ты вифлеем, «Мал ли ты между тысячами иудинами, из себя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле, и которого происхождение изначало от дней вечных». То есть здесь мы видим пророчество о том, что Христос родится в Вифлееме. Ну и, конечно, целый ряд обетований мы видим в книге пророка Исаии. Вот в 11 главе мы читаем, «И произойдет отрасль из корня Исеева» и ветви произрастет от корня его, и почият на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия, и будет в тот день корню Иесееву, который станет, как знамя для народов, обращаться язычники. Вот в этом прочестве раскрывается тема происхождения Спасителя Девы, и что он родится от рода Иесеева, а Иесей — это отец царя Давида. А мы знаем, что Христос был потомок царя Давида. То есть еще более сужается нам. Указание на то, именно от какого рода должен родиться Христос. Ну, конечно, еще одно пророчество в Весае, 35 главе. Бог ваш придет и спасет вас, тогда откроются глаза слепых, уши глухих отверзутся, хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь. Да, то есть тут явные указания на будущее чудеса, силу, исцеление и духовную власть Спасителя. Ну и самое, конечно, известное прочество Ветхого Завета о Христе ⁇ это прочество того же пророка Исаии 7 главы, седева во чреве, зачнет, примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что есть с нами Бог. Есть и много других указаний на прошествие Христа. Я всем нам, дорогие братья и сестры, желаю вот эту последнюю неделю, духовно настроиться, подготовиться и обязательно, конечно, принять участие в богослужениях, чтобы Рождество Христово не прошло мимо нас, а чтобы мы с великой радостью и ликованием встречали прошествие в мир Бога Младенца Христа. С наступающим праздником! Всем вам помогай Господь! и же есть на небесе, да светится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дай нам и остави нам ноги наши, я уже и мы оставляем должником нашим и не веди нас в свои искушения, но избави нас от